Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свою историю пользования изделиями с микросферами. Она началась у вас давно? Доброго здоровья вам. История моя прихода в Светлодар началась в мае месяце 2009 года. Случай был не по болезни, а просто по знакомству. Какими предметами я пользовался? Это была подушка Бадфорд, несколько подушек и шапочка. Это включалось, эти приобретения, по случаю, ну, необходимости или что-то меня подвигало. Бадфордом я пользовался перед операцией на вены по ногам и после их. Ну, видимо, это и сыграло положительно в моем выздоровлении. А затем, что вот интересно, ну, подушечкой я пользуюсь практически постоянно, а что интересно, с шапочкой. А тут у меня возникла болезнь, называется сгущение жидкости в стекловидном теле, глаз. Пелена серая покрыла космические дали со звездами, и на этот глаз я плохо стал видеть, больше того, это мешало мне читать. Но однако вот с подушечкой, да, и с шапочкой. Вы спите в шапке. Все начало восстанавливаться. Угу. Начало восстанавливаться. И сейчас я читаю, уже не заклеивая правое очко. Угу. Я читаю свободно. И... А когда вы купили шапку? Сколько прошло по времени? Год, два? Год, полтора года. Полтора года. Угу. Ну, я очень доволен. Доволен, проникся, и, собственно, с первых движений, с первых покупок проникся этим доволен.